Итак, мы находимся на Старом Арбате, с нами рядом Татьяна Тузова и очень много девушек в розовом. Татьяна, расскажите, пожалуйста, что же сегодня происходит? Сегодня Международный день блондинок. Я собрала всех своих самых лучших подружек и знакомых, также участниц пиара Fashion TV Шанс, для того, чтобы они приняли участие в параде блондинок. А что это такое парад блондинок? То есть это вот любая девушка может одеться в розовый костюм, пройтись, получается, по Арбату, и что же будет дальше? Расскажите о программе. Я надеюсь, что с каждым годом блондинок будет все больше и больше. Я хочу показать, что блондинки самые красивые, самые умные, и этим парадом мы показываем просто, какие мы веселые, какие мы умеем устраивать тусовки, какие мы гламурные, чтобы все были похожи на нас, и брюнетки перекрашивались в блондинок. А мне говорили, что вы еще собираетесь сегодня снять клип. Да, параллельно я решила воспользоваться такой возможностью, когда вокруг меня столько красивых девчонок, и снять клип на свою новую песню «Интернет-звезда». А как вы считаете вообще блондинка? Вот это нужно быть блондинкой в душе, блондинка родиться, или любая девушка может стать блондинкой? Конечно, блондинкой нужно быть в душе, потому что я неоднократно перекрашивалась в брюнетку, и мне было очень плохо, я себя ужасно чувствовала, считала просто дни, чтобы обратно перекраситься в блондинку. И вот только с белыми волосами я чувствую себя красивой женщиной. Девиз блондинок какой? Какой девиз блондинок? Давайте все вместе девиз блондинок придумаем. Блондинки сделают мир светлее и радостнее. С вами была Ксения Бордо, издательский дом «Деловой реестр», журнал «Хит сезона». Итак, мы находимся рядом с Мариной Котелевской, директором продюсерского центра «Райская птица» и одним из организаторов парада блондинок. Марина, расскажите, пожалуйста, как вам пришла такая идея организовать такой парад? Вообще, это пришла идея Танюши Тузовой. Я, как старшая по званию, да, я ей помогаю. И я думаю, что мы отсняли и клипу много красивых эпизодов, много локаций прохода по Старому Арбату, по Новому Арбату. То есть здесь даже вот открылось новое кафе. Как вот, Арсен, как скажите, ваше кафе называется? Пирс-дайнер. Мы здесь фотографировались на фоне кафе, на фоне вот таких прекрасных... 50-е, 60-е годы. Вот, очень прикольно. В красивых мотоциклах. Ну, было все замечательно, прикольно. Мы прошлись, все люди фотографировали, снимали.